Ну вот, приближаемся к самому глубокому месту на сегодняшний день. Сейчас посмотрим, сколько это будет по нашему бензовозу. Ну как смотрится? А смотрится очень даже хорошо. Хорошо смотрится. Ну вот, как бы пиковая глубина была. Это мы переехали самое глубокое место на сегодняшний день. Хотели водички набрать, а тут колонка под водой. Ну да, станция под водой. Сейчас воды в этом году. Белый мост. Наводнение. Все, на чем держится дорога.